На международном инвестиционном форуме в Сочи работали одновременно десятки различных площадок. На одной из них сразу два вице-премьера российского правительства провели панельную дискуссию на тему «Как выполнить все обязательства и добиться успеха». Речь шла об эффективности работы в социальной сфере. За что Чувашия получила премию всероссийского конкурса? Об этом в нашем сюжете. Саму дискуссию и конкурс посвятили памяти недавно ушедшего Александра Починка, человека, который всю жизнь разрабатывал и реализовывал социальную политику в Новой России. Много сделал для того, чтобы сегодня нам было легче заниматься этими вопросами. Мы сейчас уже знаем, как решать те или иные проблемы. И та команда, которая работала над этим темой еще в 90-е годы, в начале первого десятилетия 21 века, для этого действительно заложила серьезную основу. Александр Починок раз и навсегда объяснил своим коллегам и последователям: мало просто делать добро. Необходимо, чтобы оно доходило до конкретного адресата и приносило конкретный результат. Именно такие проекты участвовали во всероссийском конкурсе социальных программ регионов. И то, что сегодня мы вручаем премию его имени, я думаю, что это особая ответственность для каждого из тех, кто сегодня эту премию получит. Поэтому я уверена, что получают ее сегодня самые сильные проекты, но я надеюсь, что вслед за ними выстроится еще целый ряд проектов. Чувашия, участвовавшая в конкурсе, получила диплом победителя в номинации «Человечность» за проект «Лейкотека. Территория игры», который всего за 2 года принес участникам столько пользы и положительных эмоций, что его решили сделать постоянно действующим. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика, Сочи.